Всем привет! Сегодня... Так, все, стой. Для первого катания я рекомендую обзавестись базовой аптечкой. Перекись водорода, пластырь и вата. Перепутал я слова. Прыгай. Запаситесь терпением. Я забыл слова. Убираем ровно без... Если разворачиваетесь через левую сторону... Все окей, нормально, поехали. Слалом это фигурное катание между конусов. Давай еще раз. Я отпил себе руку. ФСК или фрискейт. Это катание, преодолевая какие-то препятствия. На роликах, я не знаю, как это по-другому. Как это еще назвать? Это препятствия. Лавочки, трамплины. Просто идешь, трамплин какой-то. Хай-джамп – это прыжки через трамплин. Да. Замерзжу. Если вы не хотите покупать. Нормально. Это поможет прокачать мышцы-стабилизаторы, что поможет изучить правильные элементы. Вот так. Вот так. Это new текст. Все, да? Не забывайте... Раз, два, три. Не забывайте правильно... Не забывайте, правильно? О, не могу. У вас где-то 1.60 м, да? Примерно. Нет, 1.70 м. 1.70 м, ой, простите. Ролики. Мы записываем, да? Да. Себа, роллерблейд. Фила, черт, забыл. Колеса. Существуют отдельные фирмы по X. Сейчас сделаем. Остается один вопрос. Колеса. Существует. Метр. Не существует другой марки. Я сказал только Power Slide. Существует. Не надо. Все. Метр. Rekill Slide Wheels. Just Wheels. Hyper. Давай еще раз. Преимущество таких роликов — качество, надежность. Как правило, на них можно заменить практически все детали. Внутренний ботинок, шнурки, рамы, оси, втулки, эксцентрики. Издевайся. Оглох давай. А также с новым профайлом, который сможете посмотреть по ссылке к описанию. В описании. А также с новым профайлом, который сможете посмотреть по ссылке к описанию. По ссылке в описании. Ты представляешь, как это проговорить нереально? А также с новым профайлом. Ссылка ниже. Вступление о том, как это произошло. Вот это я с листика почитаю. Да, давай. Ну, подержи чуть-чуть. Я устал. Есть как минимум 3 выхода на этот слайд. Со спины, с разворота на 180 градусов и с прыжка на 180 градусов. Попробуем еще раз. Нормально. Не, давай еще раз, я тебе говорю, хуйня, я там запнулся. Есть как минимум 3 слайда. Ты видишь, смотришь? Да. Выпуск предназначен для тех, кто уже имеет большой опыт в прыжков. Я забыл. Выпуск предназначен для тех, кто уже имеет... Тот самый момент, когда забыл фразу. Извините. Показывай, да? Да. Чтобы не уехать ни вперед, ни назад. Что это было? Не, какая-то, не забыл текст. Важно помнить.
Важно помнить, что ни в коем случае нельзя отклоняться назад. Запоздал так. У нас такая передача. На 2 секундочки. Совет дня. Сейчас, секунду.